Ребят, ну вот интересная пара обуви. Это специальная спецодежда для железнодорожников. Выдается в Америке, конкретно в штате Вашингтон. Рассчитана на температуру до минус 65 по Цельсию. Смотрите, как она выглядит. Здесь металлические пятаки внутри. Очень мощная. Но я бы не сказал, что размер большой. С какой это? 44-й, 45-й, наверное. Мне нравится вот эта штука сзади. Это делается и на сапогах, и на этих ботинках, чтобы снимать легко было. Упираешься вторым ботинком и снимаешь. Натуральная кожа, какие-то специальные вставки, скорее всего. Вот такая красота. Терра. Ну и еще люди одевают нас, ездят, когда на снегоходах. Тоже классно. И получается защита ноги, если вдруг какая-то меньше травмируешься. Вот такая интересная вещь. Минус 65 по Цельсию. Вот тут, видимо, какие-то сертификаты, стикера, как раз подтверждающие это. Видите, SA, вот это тоже SP какой-то. Интересно.